Привет, вы на канале Лайк Настя. И сегодня Настя едет по магазинам. Вот у Насти уже есть такой шарик. Да, Настя, какой у тебя шарик? Вот такой шарик, да? Мы его делаем, да? Шарик вот такой. Как Настя играет? И Настя еще танцует. Вот так танцы. Нам покажут. Мы едем, мы танцуем. Просто улетаем, мы с тобой. Да. Просто улетаем, мы едем, мы танцуем, едем развлекаться. Ура! Ура! Мы с Настей пришли, да, к торговому развлекательному комплексу. И тут вот такая красивая, большая. Вон олень красивый, да? Настя, где олень красивый? Вон он, да? Пойдем поближе посмотрим. Вот какой рогатый, большой. Он маленький. Да. Вот такие у нас еще тут бокалы. Настя бегает. Здорово. Ночью они, видимо, светятся красиво. Настя, ж машина в ручкой. Нет? Ладно. Ой, осторожно. Здорово, да? Вот как для детей. Все думали. Шапку поправь. Нет? На глаза ничего не видно уже. Настюша! Тебе ж ничего не видно. Поправь шапочку. Вот, молодец. Побежали дальше. Побежали. Вот так. Вот так вот. Ой! Ой, бух-бух завалилась. Бух-бух завалилась. Да. Ну все, Настюш, пойдем дальше смотреть. Вот мы пришли, тут стоит. Вот такой здоровский кар. Вездеход. Ты уже залезла? Вот Настя у нас забралась наверх, да? Вот такая она, какой у нас водитель. Настюша, ты там высоко сидишь, да? Привет, привет. О, смотри, Настя, как там здорово. Пойдем. Идем покупать. Ты же велосипед. Мы нашли такой паровозик с подарками. Новогодний, да? Нет, туда мы не залезем. Смотри, вон там еще паровозик елочку везет. Какие у него тут подарки. Новый год уже, правда, закончился, но декорации еще остались. Здорово. Идем дальше. Скорее бежим в магазин за покупками. Вот мы пришли уже в магазин, да? Настя нашла себе маленький стульчик. Нравится, Настюш? Ну, здорово. О, какие красивые животные, да? Погладь, их можно погладить, они хорошие. Да, там лев. Угу, леопард. Обезьянка вон, да, символ года.
Еще лев, да? Как лев рычит. О, так грозно, да? О, и вот такие красивые лошадки. Лошадки, да, красивые. Попрыгать. Прыг-скок, прыг-скок. Да. Настюша, что ты делаешь? Катаешься, да? Катаешься на спайдермене? Давай, давай. Далеко поехал? Ты будешь выбирать себе какое-нибудь занятие? Чем ты будешь заниматься? Какое-нибудь творчество? Что? Да, там детские игрушки. Ой. Какая вот эта? Да, ну, зачем тебе? Это для маленьких. Вот это хорошая, да. Интересная, интерактивная игрушка. Ты решила станцевать? А вот и уголок с любимым Плейдо, да? Что тут у тебя? Машину куда можно делать? А, это погрузчик. А вон, смотри, Халк зеленый. Да. Тут можно делать пиццу. Интересная какая. Нам с Настюшей, наверное, еще рановато. Так, а это у нас, смотри, мороженое, пирожное. Тоже Халк, да? Так. Да. Все одно и то же там. Мама! Да, здорово. Дядя. Показывай, кто у тебя там? Дядя. Покажи, покажи. О, фиксики, да? Фиксики. Нравится? Берем? Все берем? Ну давай. Настюш, ты опять на машинке на какой-то, да, решила прокатиться? На грузовике. Нравится тебе? Для мальчишек классно, да? Мы пойдем для девочек еще что-нибудь посмотрим. Настюш, что у тебя такое новенькое? Опять? Нравится тебе, да, смотрю. А педали можешь крутить? Пробуй. Умница, да, еще немножко не получается. Что там, работает? Ключиком, чик-чик, заведи его. Чик-чик ключиком. И поехали, бибим, есть там? Бибим. Бибим. Мы пришли выбирать машинку. Настя, тебе все нравится для мальчиков, да? Синенького все цвета уселась. Это, наверное, же электрическая. Да? Видишь, не можешь ты на ней ехать. Просто посидеть, да? Посидеть, побалдеть можно. Вот так весело. Включили всех кошечек сразу, да? Какие они хорошие. Это маленькие пандочки, да? Похожие на кисок. Ой, так они мяукают. Какие хорошие погладик, да? Они хорошие. Классная игрушка. Будешь кататься на лисенке? Давай, запрыгивай. Нет, не получается. Вот залезла, да? Вот так, скажи, можно и уснуть, да? Вот так, да, можно и поспать, полежать. Мягкая, приятная, да, лисичка? Вот Настюша в компании мишек, да, сидит, отдыхает на мягком кресле. Хорошо тебе? Классная у тебя компания? Мягкая, да? Да. Да, садись, там кресло с фиксиками есть. Оп. Настасья наша опять растанцевалась. Весело, молодец. Попрыгунья, стрекоза. Танцор наш диско.
Да, это кто, коза рогата? Да? А это кто, коза бодата? Да? Коза бодата. Прыг-скок. Ой, завалилась. Ой, поднимайся. Поблух на попу упала, да? Настя уже куда-то забралась. В шарики, да? Здорово. Закопать тебя? Ух ты. А где Настя? Вот она, да? Ку-ку. Ку-ку. Настюше так понравился олень, что она решила еще раз прийти под конец, да, и сфотографироваться. Ку-ку! Ку-ку! Вот так понравилась Насте елочка с оленем. Правда, красиво. Здорово, они ночью светятся, вообще красота. Пиши ручкой нам. Всем пока! Пока-пока! Подписывайся на наш канал и ставь лайки. Всем пока!